вечер, дорогие друзья. Я думаю, что, наверное, начнем, потому что каждый раз, откладывая все дальше и дальше, к полуночи время близится. Итак, давайте сразу я поблагодарю всех тех, кто сегодня пришел, потому что я прекрасно понимаю, насколько дорого ваше время, и то, что сегодняшний вечер вы решили разделить со своим другом, коллегой Алексеем Давлетшиным и порадоваться выходу его нового альбома, что на сегодняшний день подвигу подобно. Давайте ему дружно поаплодируем, потому что сегодня день рождения альбома «Романтик» Алексея Давлетшина и его друзей, товарищей, которые записали с ним эту, ну, на мой взгляд, очень интересную пластинку. Чтобы не задерживать у вас много времени, чтобы вы насладились как можно больше именно музыкой, ради чего мы все здесь и собрались, я хочу поблагодарить еще всех тех людей, которые непосредственно принимали участие в создании этого альбома. Помимо музыкантов, как вы прекрасно понимаете, это и звукорежиссеры, люди, которые делают сведения, люди, которые делают мастеринг, люди, которые оформляют пластинку в тот конверт, который вот там, к сожалению, за оператором, ну, потом каждый может подойти ее послушать. Это и компакт-диск в клубном варианте, в дорогом варианте, да. И, конечно, гордость наша. Можно? Это виниловая пластинка. На сегодняшний день, друзья, конечно, этот старый новый формат бьет опять количествами проданных экземпляров по всему миру рекорды. И я надеюсь, что каждый человек, у которого дома есть виниловый проигрыватель, с удовольствием поставит эту пластиночку и хотя бы один раз послушает. А то и несколько раз. Но у кого нет, купите на будущее, внукам пригодится. А я приглашаю на эту сцену Алексея Давлетшина и его коллег по группе. И всем вам всего, как говорится, хорошего в этот вечер. Понравится? Приходите еще. Thank you.
Добрый вечер всем. Спасибо всем, что пришли поддержать нас. Я вижу, в зале есть родственники, есть друзья, есть соседи. В общем, полный набор. Я надеюсь, в будущем вы тоже будете посещать наши выступления. Я хочу представить музыкантов. Кого начать? Себя-то я потом. Андрей Панкратов, барабаны. Пата Чака Берия, бас-гитара. Асия Шакирова, клавишник. И наш кубинский друг Овер. В сегодняшнем концерте еще будут принимать участие гости. Я их позже представлю. Это прекрасные музыканты, известные гитаристы. Они любезно согласились прийти, поддержать мой альбом. Ну, и вообще мы давно не играли. С кем-то вообще ни разу не играли. Сегодня мы поиграем как раз. Могу я дать слово Алексею Алексеевичу Кузнецову? Парочку. Хотел бы попросить его. Все-таки Алексей Алексеевич для моей жизни сыграл очень значительную роль. Я равнялся, равняюсь и буду равняться. В первую очередь на то спокойствие, какое есть у Алексея Алексеевича, ни у кого нет. Спасибо, Леша, спасибо большое. Я
просто вспоминаю про то, как для меня начиналось наше знакомство, наше музыкальное действие вместе. Конечно, нельзя не сказать о салоне «Аккорд», в котором я уже более 20 лет встречаюсь с гитаристами и разделяю с ними нашу музыкальную судьбу. Ну, я занимаюсь джазом в данном случае, и когда мы встретились раньше еще, вот я хотел бы, чтобы Алёша играл джаз. Так мне хотелось, это естественно. И мы пробовали джазировать вместе с теми, кто был, с моими дорогими студентами, слушателями, по-разному можно назвать всех. Но самое главное, что чувство то, с которым вот мы встречались, оно осталось до сих пор. Это мне очень приятно, спасибо тебе большое. И второе, что я хочу сказать, что музыка все равно может быть разностильная, и это естественно, но если музыкант это чувствует по-настоящему и играет для тех, кого он знает и любит, я думаю, что все получится. Получается многое уже. Я желаю успехов и помнить, что мы когда-то были в «Аккорде» тоже. Спасибо. Спасибо, Алексей Алексеевич. Я думаю, все знают его. Кто не знает, Алексей Алексеевич – народный артист России. Я считаю, что это Алексей Алексеевич Кузнецов. Привыкли. Я очень рад, что он пришел послушать меня. Я приглашал на днях и думал, может быть, не сможет. Смог, слава Богу. Я буду стараться, Алексей Алексеевич. Наш концерт такой. Мы немножко играем как весело по-ребячески, не привязываясь к какому-то стилю. Будет звучать все. Полегче, потяжелее. В общем, повеселимся. Что интересно, значит, есть диск, на котором нет вот этой композиции, которая сейчас прозвучала. Она будет в следующем диске. Это такая некая традиция. Эта вещь называлась «Каримские каникулы». И в сегодняшнем концерте еще будут композиции, которые не вошли в этот диск. Ну, так получилось, простите. Мы их недавно разучили, решили сыграть. Так что в следующий раз в том же составе. Уже под диск приходите. Композицию, которую сейчас мы сыграем, она в каком-то смысле заглавная. Она и называется «Romantic Man», но «Romantic Man» не в смысле романтик, а такой зрелый мужик, ну, немножко романтик. Вот. Thank you.
Спасибо. Не громко было? Кому было громко? Поднимите ваши руки. Тихо было? Так, следующая композиция посвящается в каком-то смысле. Вот к нам в гости. Все правильно? Не все правильно. Следующая композиция называется «Ветер с востока». Она посвящается группе «Учкудук». Нет, это не просто слова, есть же история. Мы как-то случайно, так получилось, оказались в одном городе. Нет, по-моему, в Мюнхене мы были. Точно. В Мюнхене, в один отель. Представляете, раз мы приезжаем, и они там. Как-то это вообще так чудеса. И говорю, ребят, ну по этому поводу надо, значит, что-то сочинить. На том же месте. Главное. И в те же дни, главное, да? И улетали вместе. Ладно, все это не будем рассказывать. А было это на Канарах. В общем, в этот же вечер я говорю, Фьюд, я тут набросал памятную, значит, вещичку. Сейчас мы... Я тебе ее исполню. И мы... Фьюд. Здравствуйте. Человеку было не лень со мной таскать комбик в Германию. Вот так, с чемоданом таскал.
Мы тогда подключили гитару, как вам уже полагается. Немцы просто не поняли. И он говорит, давай что-то надо делать. Я говорю, у тебя что, получается, каждый город, который ты едешь, ты с этим комбиком ездишь? Он говорит, такая уж моя жизнь. Вот дай Бог тебе так таскать, будь такой здоровый, пиши хорошие песни, а мы тебя всегда поддерживаем. Спасибо. Спасибо. Я не успел представить Дзиоту. Дзиот тоже народный артист, между прочим. Из Узбекистана точно. Мы скоро встретимся. Мы поиграем скоро. Так, в общем, «Ветер с востока». Она входит в альбом. Thank you.
Спасибо, друзья. Спасибо, дорогие гости, соседи, знакомые и незнакомые. Всем рады. Что у нас в списке? Посмотрим. Так, значит, у нас есть композиция, которая была несколько видоизменена еще в те времена, когда мы с Алексеем Алексеевичем играли, я с Алексеем Алексеевичем поспокойнее что-то играл. Эта вещь существовала в состоянии джазовой гитары. Она называлась просто «Поезд». Мы ее называли то «Сапсан» ее называли, то еще как-то. Она была спокойная. Мы решили придать ей характер и назвали ее «Horse Train». «Поезд-призрак». В общем, немножко поиздевались над вещью, но сейчас послушайте, что получилось из этого.
Спасибо, братцы. Как поезд? Доехал, может. Наш поезд все-таки вырвался. Ребята предлагают улучшить репертуар, добавить нашу секретную композицию, которая тоже не вошла в этот альбом, войдет в следующий. Так, она называется «Полет над Альпами». Thank you.
Thank you.
Ребята, спасибо. Вот так мы открыли немножко занавес для вас. Так, пора вернуться к программе. А то, что все занавес, это занавес. Сейчас мы следующую программу следующего года сыграем. Попридержим в тайне. Вернемся к диску. Так, что сыграем? Все. Так. Просьбе трудящихся, мы сейчас играем вещь под названием «Ривьера». Но у него такая история, я не буду много рассказывать, это ассоциации Лазурного берега. Вот. Простая история, русские приехали шумно, там дальше море, песок, вино, фуагра, ну и все, что вы вспомните, кто был, поймет. И такой же шумный отъезд. Ассоциация, в общем, представьте. Thank you.
Ну что, весело? Да. Да. Еще. Мы завсегда с народом. Мы не забываем. Про народ не забываем, да? Что играем? Мы что мы с народом сейчас играем? Так. Сейчас я хотел пригласить на сцену нашего прекрасного гитариста Сергея Зуева. Я не могу. Сергей Зуев. Я буду про каждого говорить. Сергей Зуев. Это гитарист
Емин правильно называют? Эмин, да, правильно? Эмин, я читаю, как Эмин, отлично. Гитарист Эмина, вот, наш друг, я пригласил его поиграть с нами, он решил не отказаться. Сейчас вот, я пока расскажу про него историю. Что, с рождения начать? Добрый вечер всем. Я, честно говоря, первый раз слушаю такой полноформатный концерт Лёши с его группой. И, честно сказать, я удивлен твоему таланту композиторскому. Потому что, ну там, играть на инструментах все умеют. А вот именно сочинять, честно сказать, я просто в шоке. Очень круто. И огромный тебе респект за то, что ты сумел найти силы, возможности и ресурсы записать пластинку. Я тоже недавно записал пластинку. Это тебе недавно презентовал со своей группой. Мы там играем рок-н-ролл, блюз. Я немножко пою. Я знаю, насколько это действительно тяжело. Это, наверное, всегда было тяжело, но сейчас это реально очень такое дело непростое — собрать вот это все. Кажется, легко. Одну песню легко записать, альбом выпустить очень тяжело. Поэтому я желаю долго-долго, много-много тебе расти, развиваться, нести вот эту вот музыку, потому что это не просто инструментальное творчество, оно всегда и во всем мире, во все времена было в такой вот ситуации, знаете, не мейнстрим. Поэтому очень круто, что ты это сделал. Поздравляю. Сейчас мы что-нибудь сыграем вместе, вместо тысячи слов. Спасибо, Сергей, прям я не ожидал, что так сказать. Но вообще, мое дело – это первые нотки, это мелодия. Но мелодия без музыкантов, у нас на самом деле все не во мне дело. Я всего лишь подыгрываю прекрасным музыкантам. Они создают много. И мы на самом деле делаем все вместе. Я попрошу идею, дальше мы разговариваем о ней, как так лучше. Мы ссоримся, мы ругаемся, мы соглашаемся, нет. Но в конце концов это выливается вот в этот фокус. Так что я отдельно благодарю своих музыкантов. Так что... Вы слышите, как папа играет в сумму, да, вы слышите? Вот родственники скажут, что родственникам... Вот. Ася в ударе. Вообще, да, что? Я в проводер вообще не чую. А без Андрюхи-то вообще я не знаю, что было бы здесь. Если бы он опоздал, мы бы вообще концерт отменили. Так что... Что я... Пришлось бы мне... Вот Алексей Алексеевич сделал гитару, пришлось бы нам играть вот традиционный джаз. Еще говорить. Я еще исполню. Будет такая немножко шуточное название, называется «Московский ритм». Ну, в общем, такая блюзовая. Где Ливан? Для тебя, тебе посвящается. Тебе посвящается. Смотри. Ты слушай, послушай Биджо, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
Зиёда хочу пригласить, мы с ним поиграем вещь под названием, вначале прозвучит композиция под названием «Перед пробками», а потом непосредственно сами пробки, московские, соответственно. Где ты, родной?
Thank you.
Сейчас у меня свой фор, у Ливана свой, у Зиёда свой, и у вас всех тоже. Надеюсь, вы будете с нами в этот момент. Нет, вообще-то не с нами, вы будете с фор. Thank you.
Thank you.
Лиман Ломидзе.
ее группочку «Дух». Ладно, мы сыграем завершающую композицию, спокойненькую, чтобы мы расслабились после пробок. Она называется «Хайвей». Время без пробок.
Друзья, спасибо. Начали нашу программу. Спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, все получили диски. Подарок. Спасибо. Я еще раз представлю музыкантов. Андрей Панкратов, барабаны. Пата Чакаберия, бас. Асия Шакирова, клавиши. Овер. Просто запомните вот эту тему. И Алексей Дорницкий. Спасибо. Обниматься.